вы с нетерпением ждали известия о том, кто же отец Эрика Картмана. Шокирующая правда о происхождении Картмана. И сегодня тоже не будет раскрыто, потому что у нас специальный выпуск. Итак, всем снова добрый вечер, блядь. Мы наконец-то выбрались из хостела и едем в центр. Что-то я читал, и вообще не нашел ничего такого, что может привлечь вечером. Все как бы достопримечательности, они в основном доступны в дневное время суток, поэтому, блядь, я даже не знаю, что мы можем с вами найти. Но в любом случае, полазим. Ну что, босота, мы с вами доехали наконец-то в какой-то район, называется он Кампе. И я думаю, куда пойти, когда ничего не знаешь, в принципе, никуда не поймешь, куда идти. Я думаю, мы пойдем с вами к морю. Потому что я думаю, днем вы его уже видели в каких-нибудь видосиках, там даже в РДР, в том же там. Ну а ночью, я не знаю. Да, если бы еще, конечно, рыба не присылать, то это было бы охуенно. Но, а пока можете глянуть. Хельсинки так и манят. Везде зайти, конечно, блин, были бы бабочки. Мы бы везде позаходили, но когда кэша нету. Кэша нету и заходить некуда. А вот я уже дошел до какой-то площади, я не знаю. Вам будет видно или не будет, я вам сейчас покажу, я не знаю, что это такое, но я думаю, мы прочитаем и увидим. Ничего не написано, какая-то уточка, лампа Аладдина, понятно, что это. Надо будет в инете погуглить, я думаю, тогда я вам это скину. Ну, либо вы сами можете найти. Дональд Дак. Бег-бег. Christmas night, another fight, tears we cried a flood. Got all kinds of poison in my blood. I took my feet to Oxford Street, trying to right a wrong. Just walk away, those windows sing, but I can't believe she's gone. When you're still waiting for the snow to fall. Всякое говно ожидал. Точнее, говна как раз я здесь не ожидал увидеть, но оно есть. Это же просто кусок говна. Собственно, это в свете последних событий. Сейчас мы дошли до спорта. Мы, блин, вот эта правичка свой, походил везде, мы, да мы. До Старо-Церковского парка, сквера, получается, здесь стоит старая церковь, и вы, конечно, сейчас ничего не увидите, пока что темно, и вообще очень печально снимать, когда у тебя камера говно в таком месте, но мы попытаемся. Ну, а вот, короче, сама эта старая церковь, единственное святое место, где можно поснимать, где не будет бликов, я надеюсь. Вы ее можете сейчас видеть, я не буду вам рассказывать, потому что я сам ничего не знал, но вы можете почитать об этом в нете, Википедия всем в помощь. Ну, теперь держим курс на море, я думаю, мы до этого момента вряд ли что-нибудь увидим, поэтому движемся. Кстати, там дальше есть какие-то древние могилы, я так понимаю, это древних священников, каких-то мощи, ну не мощи, а могилки. А я ни разу не была в могилке до этого дня, точнее до вечера. Но когда сюда сегодня ребята пригласили меня, осталась бы навечно моя.
лесу поем могильные песни под бледным мерцанием могильных созвездий. Как вы могли прочитать, это Александр Спитиарт. Сейчас он так влияет вообще, жесть. Я так понимаю, что он будет влиять еще жестче, потому что идет реконструкция. Я не вижу, видно ли вам, но это вообще у кого-то стена такая необычная, просто все в разноцветных коровах. Явно у кого-то тонкая, искусственная натура. Меня до сих пор удивляет. Уже обошел больше, ну, обошел довольно-таки большую часть Хельсина, не увидел ни одного стикера МХ. Это вообще такое впервые. Куда не приедешь, везде МХ, 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 Сиверполитец. А тут вообще ни одного стикера, даже Украина. Хотя Украина совсем недавно здесь проводила матч. И наш выиграл довольно много, если такое здание. Да, по сравнению с коттеджным городком, в котором я сегодня был, это вообще нечто. Это вообще нечто. Там, конечно, тоже вообще красота красотущая. Хотел вам снять, показать, но там, к сожалению, начали приезжать местные. Очень были недовольны моей работой. Ну, они не знали, что я делал. Опять пришлось играть, придумывать всякие отмазки. И поэтому пришлось быстро оттуда выбрать. Ну ничего, мы еще свое наверстаем. Вот мы с вами подошли к небольшой бухте, так сказать. Это еще, конечно, не совсем сам Финский залив, но уже, можно сказать, его часть, его присутствие сейчас здесь. Можно видеть катерки всякие, краны работающие. Ну и вообще, в целом, все выглядит вообще потрясающе. Вот, сверху уже видно небольшой коркой льда, начало покрываться море, залив, вода. Конечно, был бы я на выезде, я бы сейчас на Нормике бы легко, просто бы взял бы, занырнул бы, но я этого делать не буду, потому что я не на выезде, я цивилизованный молодой человек, в цивилизованной стране. Поэтому я пойду дальше, может что-нибудь еще где-нибудь найду поглубже, пошире, пляжик. Сейчас пойдут фоточки там с Египта, там с Эмирата, с Турции, девчонок в купальниках с рассказами, о, я на море, зима, о, у вас там так холодно. О, ну, я скажу так, я на море тоже попал, как видите. Правда, оно не теплое, девчонок в купальнике тут нету, да и вообще что-то девчонок нету, но зато есть море, и это большой плюс. Не, в натуре класс, но... Заебись. Четко. И, в общем, на таком красивом месте, на канале, который протекает кварталами залив, я думал, мы в залив еще попадем, по-любому. У меня есть кое-какие планы на него. И я думаю, мы будем потихоньку заканчивать, потому что уже 10 часов. Ехать не вот так вот сколько. И ехать... Я не знаю, до скольки автобусы, еще надо кошечка идти, и если я не сяду, то будет вообще беда-бедуточка, поэтому будем двигаться, если я что-то увижу, что-то интересное, я вам еще включу.
Вот такие вот здесь подземные паркинги есть. Здесь нету проблем с парковками, здесь никто не паркуется ни по правым, вот даже вдоль дороги в парковочных местах стоят. Везде в цивилизованных странах так. У нас этого тоже можно избежать, нужно только добавить немного денег в бюджет, снести всякого ненужного говна в центре города, которого вообще хватает. И это не старые постройки, а, ну, я думаю, вы догадываетесь, там всякие киоски, куличи, все это снести нахуй. И построить нормальный паркинг, нормальную атмосферу устроить. Вот Патрик. Это Патрик! Здесь вроде не холодно, но видите, даже куртки с начесом продают. Хотя, мало того, что возле метро не холодно, но и даже в холодных точках люди ходят в основном без шапок, только пенсионеры находят шапку. И ходят расстегнутые. Викинга, Конунги. И также здесь даже вот с паркингом в таком месте в центре и развлекательную точку сразу для детей. Даже памятник какой-то. Кто-то на коне. Кстати, по-моему, это кентавр. Мы сейчас ближе глянем. Не знаю, увидели вы или не увидели эту надпись, но это памятник какому-то Эмилию. Эмилия Кларк, матери дракона. Фида! 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 Фи, блядь! Фида! Фи! Вот такой вот рыцарь-дорожник в доспехах стоит прямо на самом краю. Долго я его не мог снимать, потому что я нахуй вообще на трассе, вы видите, куча машин. Но выглядит эффектно, я вам скажу так. Что я скажу? Вы сами это все видели, вообще выглядит вообще зашибись. Так что с Новым годом, с новым счастьем. Да, я уже думал, тут не обойдется без европейских ценностей. Но тут мистер мазохист бы позавидовал бы. Ну что, Европа, она такая свободная. Короче, банда, доехал я до хостела уже. Ехали часа пол, слава богу, доехали. Пошел снег, как видим, погода вообще меняется. Утро солнце, потом было пасмурно, потом вообще холодно, потом снова тепло, и теперь снег идет. И да, я сегодня встретил Yellow Pookie, это очень частый вопрос был в последнее время, да. Шел со снегуркой. Как-то так. И, кстати, что я хочу заметить, опять же, не успеваю просто хвалить финнов. У них в автобусе даже стоят специальные мусорки под стаканчики, под все, чтобы всякие свиньи не были свиньями. Поэтому тут даже и не возникает желания насырить. Поэтому все, на этой финальной эпической, эпически хорошей ноте мы с вами прощаемся. До следующего дня.